В настоящее время в районе осуществляют деятельность 99 малых и средних экономически активных предприятий и 502 индивидуальных предпринимателя. Среднеспичечная численность работающих на малых предприятиях – 1400 человек. Объем отгруженной продукции субъектами малого предпринимательства за 2012 год составил более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Основная сфера деятельности предпринимателей в разрезе отраслей экономики – это сельское хозяйство 39%, далее идет розничная оптовая торговля 34%, транспорт, связь 10%, обрабатывающее производство 7%, операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление услуг 3%. Наибольшей популярностью в районе среди программ поддержки малого предпринимательства пользуется программа «Лизинг-грант». В этом году субсидии предоставляются предпринимателям, срок регистрации которых составляет менее года, в сумме 45% авансового платежа по договору лизинга, а для развивающихся предпринимателей, действующих более 1 года, 30% идет субсидирование авансового платежа по договору лизинга, но не более.